конце выпуска о погоде на предстоящие выходные. В субботу и воскресенье в регионе будет солнечно и очень жарко. Воздух раскалится до 34 градусов и выше. Погодная аномалия продержится как минимум неделю. Происходящее в атмосфере синоптики уже сравнивают с 2010 годом. Тогда практически всю центральную Россию заволокло едким дымом лесных пожаров. Поэтому в Чувашии сохраняется особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, причем не только в лесу, но и на дачных участках. За нарушение предусмотрены внушительные штрафы.